Мужчины в форме всегда вызывают особый трепет в женских сердцах. Сильные и благородные сотрудники пожарной охраны. Героические будни не столь нарядны. А вот в профессиональный праздник вполне могут себе позволить надеть парадный китель. Будем беречь наш Ленинский городской округ, предупреждать максимально пожары. Недаром есть такая пословица: пожарный спит, страна богатеет. Поэтому для того, чтобы именно пожарные, те, которые тушат пожар, спали, мы будем профилактировать и не допускать пожаров. Нашим бравым огнеборцам доступно управление любым видом техники. Раритетную восстанавливают для собственного музея, а на современной спасают жизни миллионам людей. В 28-й части в нашей федеральной есть машина там, с насосом Розенбауэр, такая очень удобная для тушения вот, квартир. Она маневренная, удобная, там ствол высокого давления, чтобы не залить низ лежащие этажи. А так, в принципе, в каждом подразделении есть по одному свежему автомобилю. Но есть и проблемы, естественно, с техникой, хотелось бы и обновиться. Порядка 200 человек в Ленинском городском округе состоят в героическом отряде пожарных. Но на праздник в историко-культурный центр пригласили лишь небольшую часть тех сотрудников, кто личным примером не раз демонстрировал свое мужество и отвагу. За высокий профессионализм и добросовестное отношение к своим обязанностям представители пожарной охраны муниципалитета наградили почетными грамотами, благодарностями и памятными подарками главы Ленинского городского округа. Лучших представителей профессии отметили очередными званиями и медалями за отличие в службе. С самого детства каждый из нас знает один номер, самый первый – 0-1. И он не просто так 0-1, а потому что вы действительно первые, кто стоит на защите безопасности. Предотвращение, спасение, помощь – девиз пожарных и спасателей. В любое время дня и ночи мужчины в форме готовы сразиться со стихией и выйти победителями из этой схватки. Ведь дома их тоже ждут. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. С самого детства каждый из нас знает один номер, самый первый – 0-1.